Кусочки, а с тобой Фласочка, я хочу тебе показать деревню, которую я нашла, она очень странная, тут просто какое-то изобилие цветов, мне кажется, это цветочная деревня, тут даже фея есть, ты только посмотри, какая, она мне какую-то розовую пыльцу дает, что я вся в пузыречках, и очень вкусно пахнет тут. Конечно, жители странные, ради цветов убрали все вот овощи, фруктики. Ой, какие фруктики? Овощи и пшеницу. Им же есть нечего будет. А, кстати, еще я заметила то, что тут очень странно. Очень странно то, что тут просто тупо запечатаны все двери. А кровати стоят на улице. Это какой-то беспредел, реально. Я просто не понимаю, на улице... ну тут пустыня, тут, возможно, тепло, но все равно ночью прохладненько как-то, и не хочется, наверное, на улице спать, может, какие-то разбойники придут, вот, либо цапнет какой-нибудь верблюд. Вот, и тут все реально закрыто, запечатано, все двери, просто все двери, кроме вот этой башни. Тут, наверное, ошиваются все жители, собираются, какие-то собрания ведут. И вот такая смотровая площадочка. Классно, классно, круто. Но, блин, все равно я их не пойму, зачем они запечатали все двери. Ну, кто смотрел Барби про фей, там также было. Они... Нет, у них были свои домики, они не жили на улице, не-не-не. Ну, вот так вот. Кстати, замечала эту баншу, или что это, здание. Я думаю, нужно туда отправиться и спросить у жителя, что это вообще. Житель! Житель, можно у тебя спросить, что это вот за постройка там стоит? Можно ли туда пойти? Не советую туда идти, там реально монстры. В общем, я... Как мне говорили, по слухам, там говорят, есть какой-то проход, в который ты попадаешь в какую-то фабрику или что-то такое. Ну, это всего лишь слухи, и его охраняют Cartoon Cat. Так что будь осторожнее, если туда пойдешь. Ну, вообще, не точная информация, я точно не знаю. Сам туда не ходил, сам не проверял. Но, как мне говорят, туда лучше вообще не совать свой нос. Там реально опасно. Вот. Я все сказал. Раз там опасно, то я пойду. Спасибо большое тебе за информацию. Да-да-да. Вау, какая каменная постройка. Я просто восхищаюсь этими камнями. Вау, они просто потрясающие. Балдеж, обожаю смотреть на эту постройку. Странные жители. Ему так очень нравятся камни. Это как сестре Пинки Пай. Тоже нравились камни. Вот он, наверное, родственник ее. Так, ладно, все, отправляем всю эту башню. У меня даже ничего нет с собой, чтобы защититься. Там, вдруг что. Ну ладно, по пути, может, найдем. Я всегда все нахожу, мне все это удается. Только нужно найти для начала вход, как войти в эту построечку, в этот пентагон. А, закрытый пентагон. Кстати, меня очень забавляют вот эти вот головастики ходящие. Они реально очень миленькие. Но злые какахи. Все, зашла в эту шпарашу. Что это? Нужно найти... Так, нам нужно задание. Найти какой-то проход. Проход. Эй, ты где, проход? Нет, тут вообще ничего нет. Офигеть! Тут лежат оружие. Я же говорила, что по пути что-нибудь обязательно найдется. И мы нашли. Ой, точнее, я нашла. Так, масочку, головной убор. Это очень not bad. Неплохо, неплохо. Такую артиллерию подловить. Просто шок. Нет, тут серьезно очень много всего, что поможет в бою против этих вот злых котенков. Они все такие важные.
пути, господи. Так. И... О! Вау! Алмаз! Вау! Вот это сюрприз! Тут реально хранятся драгоценности. Там, кстати, было золото, но золото, как знаю, бесполезная штука. Так, нет. Тогда нам не через этот вход надо зайти. Где же найти его? Найти главный вход. О, вот какая-то фигня стоит. Может, я и найду сейчас этот самый проход. Либо, может, читерским способом попробовать откопать просто песка и забраться туда. Все-таки нужно действовать по-умному. Ты считаешь меня нубиком или про? Очень интересно. Кто я, нубик или про? Жду твоего ответа в комментариях. Так, ну все. Сейчас мы залезем туда, куда нам надо. Оп. Ой. Кстати, прикольно то, что там очень... А, нет! Вау, вот! Нет, это картон псы! Ой, картон... Этот, как там, кошки! Ой, мамочки боже. Они что такие легкие? Вы серьезно? Вы угораете? Нет, они меня избивают! Надо дробаш. Все. Это было, знаете, это, ну, знаешь, это было легко достаточно. Я вообще не испугалась вообще. Я думала, они будут сложнее. Они вспомнятся! Вот! Нет! Надо быстрее поубивать их всех! И быстрее отправляться в портал! Они же возобновляются! Все, я прыгаю! Так, и что тут? Это лаборатория! Или это психушка, или это дурка. Меня, походу, в дурку решили отправить. Тут выбито стекло бухгалтера. Вау, нужно зайти проверить. А, вот и вход. Но для начала нужно обчистить все тумбочки. О, нифига, целых три МАК-10. Вау, это очень круто. Вау. Так, и последняя тумбочка. Тут пистолетные патроны и факел. Ну, факел, думаю, нам понадобится. Ну, вроде все, я посмотрела. Можно... Ой, мама. Вот это звуки майнкрафтерские меня очень пугают. Тут что-то с дверью, походу, случилось. Да, кто-то ее выбил. Фу! Тут кровь везде! Мне кажется, тут запечатали камнями. Что-то тут произошло, и тут очень много крови. Очень похоже на что-то странное. Или это всего лишь догадки, я не знаю, что там творится. Но я предполагаю то, что ее просто камнями засыпало, и все. Так, фу, тут везде кровь, просто мерзость, очень воняет. Ой, мамочки, я думала, сейчас что-то страшное будет. Так, это кафе. Там кафешка, вау. Сейчас посмотрим, что тут есть. Яйцо. А, это очки. Какое яйцо? Кстати, фонарь. Книги вообще нам не нужны. Отвертка. Так. Ну, блин. Похавать не получится. Бесплатно. Ну и ладно. Так. Все. Следующее. Что-то очень странное. Почему тут это запечатанулось? Так. А! Это скульптура! Не выходи ко мне! Получай! Ой, мамочки! Она идет! Умри! Я чуть не обсикалась. Ладно, это не было так страшно. Кстати, тут этот глаз. Так, ладно. Мама. На, умри.
это крипово выглядело. Она так разлетелась. Опять скульптура! Нет, уйди, уйди от меня! У меня оружие закончились! Она меня убивает! Все, у меня получилось. Надеюсь, там еще нет скульптур. Так. Там есть скульптура. Ой, она идет ко мне! На, получай. Еще одна. Еще их тут много! Нет, нападение! В общем, я возродилась. Я думала, что все, я окончательно умру, но нет. Я возродилась. В общем, я потеряла все вещи. Они лежат там у скульптур. Мне реально закончили все оружие. И я даже не знаю, как я пойду забирать. У них это все, они оба там стоят. И я еще и без оружия. Нет! Они меня сейчас убьют! Я снова возродилась, опять они меня убили, у меня не было оружия. Зачем я пошла вообще без оружия? Я так и не поняла, зачем я это сделала. Так, может, поискать, что тут есть? Может, тут реально что-то лежит? Батарея и... Чуметь. Тут лежит миниган. Миниган лежит просто в тумбочке. Рядом с этим глазом лежал шок-контент. Вот она стоит, эта скульптура. На, умирай. Где мои вещи? Нет, мои вещи все пропали. Понимаю. Может, где-то рядышком тут что-нибудь есть? Сундучок какой-нибудь. О, тут и дверька есть. Может, тут есть? СТП-538. О, нифига. А вот и сундук. Мне кажется, там что-то лежит. Вау! Тут реально много артиллерии. Я думаю, что там еще много будет сложных монстров, которые я бы не смогла одолеть простым миниганом и какой-то вот... и револьвером. Поэтому это прям счастье. Счастье привалило, полные штаны, как говорится. Так, ну все. Я думаю, можно отправляться и искать, где есть монстры. А куда пойдем? Туда или туда? Просто мне страшно, тут лежит череп. И мне очень сыкрно. Поэтому пойду пока сюда. Так. Это арена? Или что это? Мама! Это же червь! Мостовой червь! Вот еще один. Мамочки! Я испугалась очень сильно! Да, получай! А он такой легкий был. Мне просто было страшно очень, он так выбежал. Ну и вот здесь тоже мостовой червь. Эй, что он мне сделает? Ничего. По-моему, он тут так и будет жить. Мне даже ничего не сделает, он там заперт на все века. Только он через решетку застрял в решетке и ничего сделать не может. Очень смешно. Ну ладно, пусть живет. Мне, кстати, кишка выпала. Кишка от мостового червя. Положу его в баночку. Эту кишку. Буду хранить. Так. Теперь, я думаю, нужно туда зайти. Ой, очень страшно. Что это? Мамочки, мне страшно. Там какие-то звуки очень страшные. Мама. Кто-то идет. Или мне слышится. Мама! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
Я вкакалась, реально. Это был скромник, это был чертов скромник. Вот он черт. Я так обкекалась, обписалась, вообще ужас какой-то. Это было очень страшно. Вы бы знали, как мне было страшно. Это прям такой скример. Еще такие звуки, ты такой идешь. Сейчас выйдет, сейчас выйдет. Такой заходишь за угол, и оно бежит прям на тебя. Это очень крипово. Ну, в принципе, я обошла всю больницу. А, нет, это не больница, это лаборатория. Лаборатория ACP. В общем, вот что бы и было в туннеле, в который я зашла. И тут была лаборатория SCP. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Поставь лайк, если тебе оно понравилось. Посмотри прошлое видео. Подписывайся на мой канал обязательно, чтобы быть няшкой. И пока!